Здорово, дорогие друзья, и как вы уже видите, то, что мы взяли вот такую вот штуку, надеюсь, не громко кричу в начале, поэтому звук, если что, сбавляйте. Ну так вот, мы взяли с собой подстволочки, вот столько вот патрончиков, взяли МКшечку, взяли обычные патроны и идем на школу убивать еще раз боссов. Да, думаю, все уже видели видео там, где я убивал боссов с коктейлем Молотова и с хаешек, а сейчас мы будем убивать их с подстволками. У подстволок урон намного меньше, чем у коктейля и у хаешки, но зато их можно вместить в себя хоть 1000. Ну ладно, не 1000, но 400 штук в принципе влезают. Поэтому 400 штук патрон, думаю, в принципе должно быть достаточно. Хотя на самом деле с коктейлями было совсем по-другому. Ну и так вот, мы сейчас взяли подстволочки, взяли нормальные пушечки. Первое, то что нам нужно, это защитить босса, потому что это 9-я попытка записи. Я думаю, то что это реально заслуживает лайка, подписки и вашего комментария. Ну и идеи для нового видео тоже пишите в комментариях. Я, кстати, прочитал некоторые идеи, поэтому некоторые идеи я беру на заметку и уже буду их воплощать в реальность. Кстати, баг не заюзал, хотя юзал, но в итоге вот без бага гоняю, как видите. Потому что многие говорят, что баги лучше типа не юзать, не юзай баг, зачем ты юзаешь баг. Ну, как бы, раз уж он возможен, да и многие, в принципе, юзают, да и не хочется проигрывать из-за того, что кто-то юзает баг, а ты нет. Вот такая вот тема, в общем. Ну что ж, мы уже направляемся к школе, надеюсь, босс появится сразу, люди появятся тоже сразу, мы их сразу же убьем, и тогда продолжим нормально стрелять босса, потому что ушло на это уже 2 часа. Да, то есть мы тут 2 часа бегали туда-сюда, туда-сюда, я пытался записывать, но из этого вообще ничего не получилось. В этот раз, надеюсь, все выйдет. Эй, ну типы. Да ладно. Быстрее, быстрее, быстрее. Они на боссе, да? На боссе? Нет, но они близко к нему. Первое правило, защищаем босса любой ценой, не даем пройти, не даем ему даже хп-шку снять. Просто валим врагов очень агрессивно, без промахов, 3 головы уходишь, стреляешь. Быстрей. Ко мне. У меня щит. Я убил. Двойка была? Это не те, которые стрелялись? Нет, те. Они кого-то убили. Если кого-то убили, то да. Так, если что, по боссу не стреляем с оружия, только с подстволок. На расстоянии от босса, на расстоянии. К боссу не подходим. Не подходим к боссу. А что так больно? Похоже, у нас сейчас будут потери. Парень, закрывай. Блин, да вы постарайтесь не лезть. Я говорю, на расстоянии, просто стреляем на расстоянии. Как с хаешек мы делали, ну, конечно, вы не сейчас были я при записи. Ты хоть аптечку-то взял, надеюсь? Да. И ну это долго бой. Это очень быстрый бой, смотри, нет, сколько уже сняли. Нет, с гранатами это дольше было. Мы с коктейлями 16 минут его убивали, ты чё? У нас уже почти половина хп-шек у него нету. Ну урон очень-очень близкий к гранатам. Просто тут подстволка почти каждый раз наносит урон и очень быстро перезаряжается. Но практически как хаешка действует. Чуть слабже. Но зато очень быстро взрывается. Он еще, кстати, лечиться пойдет. Скоро. Но он очень много лечит. Обычно. Ну как много. Еще на целую минуту надо. Люди. Люди, кажется, пришли. Угу. Дети уже. Вот. Так, лучше не стрелять. Да, люди идут. Давай быстрее попробуем. Давайте. Они все равно басик будет долго кучно. Ну нормально, он вылечился, кстати. Бам. О, перезарядка, друг мой. Ух ты, нифига меня бомбанул. Вау.
О, блин. А, я упал. Я сейчас добегу до вас. Подождите, не убивайте только без меня. Обычно тяжело только в начале. Еще чуть-чуть, давайте. Убит. Что интересного выпало? О, розовый пулемет, кстати, пригодится до следующего видео. Ой, спойлер. О, мой пулик, найс. Ой, спойлер. А мне не нужен, у меня есть. Итак, ребят, у нас получилось так, что мы очень-очень быстро убили босса. Прошло всего лишь где-то 4-5 минут, и оказалось это намного проще, чем я думал. Хотя мы пытались сделать это аж 9 попыток, ушло целых 2 часа, потому что все записи оказались бракованными, но зато все-таки итог меня очень сильно радует, что мы очень-очень быстро с подстволок завалили босса. Хотя когда-то однажды я думал то, что это практически невозможно. А теперь, как видите, мечты воплощаются, ну точнее не мечты, а вот это вот видео наконец-таки все-таки воплотилось, и теперь у нас все хорошо, все отлично, и мы продолжаем. У нас новая стратегия ведения боя, и в этот раз мы будем защищать босса пока что, а его не убивать. Не знаю, убил, не убил. Фига, сколько надо попадать-то по ним, чтобы они умирали? У меня все 4 оружия там. Рен-рен там. Разбираем пушечки. На. На. Уй, опасный чел. Вот дым немножко страшный. Забрасываем его. В дыму не видно. Если мало хпшек, отходим сразу же назад. Кстати, надо в голову кидать урона много. Я по своему попал. Блять, он отходит. Только это не теряем оружие, потому что их не так много. Да, он очень опасный прям. Надо под бустом быть всегда, под бустом. В дыму. Ого. Только не нокнуться бы. Не хочу, чтобы буст летел. Сложно. Он вообще бегает, как угорелый. Где оружие? Слушай. Ой, иди сюда. На. Мне кажется, я беспосольником было легче. Тебе не кажется? Мне кажется, нужно было аптечек больше брать. Зато это самый незатратный челлендж. Капец, это очень жестко прям. У меня аптечки уже кончаются, тупо даже кидать не успеваю ничего. Еще он так бегает? Да, поэтому я и хотел идти на школу и с боссом с пулеметом, потому что там было бы все намного проще. Ну, раз уж выбрали рожок, то давайте бить на рожке. Уже, потому что они все тут валяются, вот здесь вот. Я их побросаю, все промазал. Я еще не попадаю. Где он? Еще он свои смоки накидал. Поэтому я говорю то, что нужно валить пулеметчика.
На, в лицо тебе. Ничего, потихоньку справимся, сможем. Нет, не сможем, аптечки закончились. Мне кажется, ну, как бы, тут на этом, ночью все. Я оружие. Я вообще оружие найти не могу нормально. Том, мы после этого пойдем в ТД, мы будем без промахов кидать сковородки. Здесь вот третий броник потом попадет. Да, о, попал, ничего себе. Надеюсь, мы тут пушки не раскидали наши. Палки. О, лом. О, серп. Самое тупое то, что мы реально выбрали самого плохого босса в самом плохом месте. Пойдет. Ну пока люди не пришли, пойдет. На, в голову тебе. Да, вы сейчас покидайте, я вас прикрою. Все, пошел прикрывать. Собирайте все оружие, все убивайте, да. Блин, спидхакер, да ну. Целый сквад к нам подошел, что стоит. Вау, мы их убили. Я сейчас корду у кого-то из них нашел, круто. Да, сейчас бинтами будем. Да, Тихон уже бинтами. А сколько это бинтов? 8 штук забрался, ну там еще должны быть. Ну это хорошо то, что нам люди бинты принесли. Капец, он просто прыгает от каждой сковороды. А еще и пингую в придачу. Я тупо кидаю, замахиваюсь, он бросает, а он уже отпрыгнул. Так. Надо бы его на поле выманить, потому что мы сейчас вот тут все эти потеряем пушки тупо. На, два раза в голову прям вообще дамаг нормальный такой. Ну, мы уже снесли ему половину, смотрите, это нормально. Ну, правда, 10 минут уже прошло. Давайте собирайте все эти и давайте вниз его. Собирайте все эти ближний бой и вниз его. Выводим. Благаю. Уже больше половины, вроде как. Ах ты! Давайте так, вот здесь вот сейчас хилки накидаю вам немного. Оу. Вот здесь вот накидаю хилки вам. Ой! Походу самому понадобится хилка. Когда он, если на месте будет стоять, то сразу в голову целитесь. Когда перезаряжается, вообще особенно в голову прям сразу. Ну ладно, сейчас бинтиками. Но аптечки не такие дорогие. На! Тупо все промазали. По-моему, к нам уже кто-то идет. Ой.
А то бы без них вот было бы вообще прям тяжко. Да, где? Что-то я найти ничего не могу. Куда все закидали-то? О, нашел. На! О, голова. На! А! Я в третьего попал. Офига, дамага сейчас прошло. Он уже боится нас по-любому. На тебе в голову. Еще хочешь? На! Давайте, добиваем. На! Вот просто выбил его. Три головы и все. Вот легко слег. На самых последних хпшки обычно самые простые. Итак, ну что ж, ребята, на этом все. Вот за такие моменты обязательно ставьте лайк, ваша подписка, ну и комментарий обязательно. Не забывайте, мне будет очень приятно, вам не сложно. И это будет лучший подарок от вас, мне. Ну так вот, мы сделали вот такой вот челлендж, или даже не челлендж, просто убивали боссов разным оружием. Также пишите в комментариях, все-таки сделать ли нам челлендж, убивая боссов с кулаками, ну или можно сделать челлендж, убивая боссов самым плохим пистолетом и ржавыми пулями. Возможно, тоже будет интересно, и посмотрим, насколько быстро можно его убить. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не болейте. Пока!